приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Я являюсь официальным обозревателем компании Oriflame, и сегодня у нас с вами тест-драйв новинки из каталога номер 9. Это тушь серии On Color. Всего будет три оттенка туши: черная, синяя и коричневая. И сейчас у меня в руках коричневая тушь. Чем она интересна? Верная кисточка, которая дает необыкновенную пышность ресничкам, подкручивает, поднимает и разделяет их, то есть не склеивает. И уникальная конусная кисточка. Давайте быстрее посмотрим на эту тушь поближе. В упаковке пленочки, и чтобы ее открыть, нужно найти вот тут вот местечко такое и подтянуть за пленочку. Все, тушь мы вызволили из плена, так скажем. Итак, открываем футляр. Кстати, футляр такой симпатичный, сочетание черного и ярко такого насыщенного цвета фуксии мне очень нравится. Вау, какая пушистая кисточка. Так, а здесь что-то у меня, ага, все, смотрите, какая пушистенькая, такая лохматенькая, такие разделенные все щетинки. Так, вот у меня тут щетинка попалась, ее надо будет отрезать. И посмотрим пигмент. Вау, какой яркий. Такой хороший коричневый цвет. Он не рыжий, он такой хороший, приятный, но не очень темный. Итак, давайте пробовать. Ну а теперь попробуем, как эта тушь будет ложиться на реснички. Когда мы открываем первый раз тушь, то я рекомендую поактивнее повращать, вот такие сделать вращательные движения. Ни в коем случае не делайте вот такие туда-сюда, а именно вращая, мы набираем на кисточку побольше туши, потому что когда она свежая, соответственно, кисточка еще не наполнена тушью, и обычно на третий-четвертый день тушь уже показывает себя во всей красе. Итак, беру зеркало. Я реснички ничем не красила перед этим. Обычно я могу сделать, например, вниз какой-то гель или базу, подкрутить ресницы щипчиками, но сейчас я вам хочу показать, как будет работать тушь. Вот вы видите, реснички совершенно чистенькие. Итак, наносим первый слой. Итак, специально крашу один глаз, чтобы нам было видно разницу. Сразу можно предугадать, что коричневая тушь, она будет не такая яркая, не такая выразительная, как черная. Будет более такой дневной получаться эффект. Я люблю такую тушь именно когда мне нужен нюдовый какой-то нежный макияж, но сегодня у меня макияж достаточно яркий, и поэтому я буду наносить 3, а может быть и 4 слоя. Что я сразу заметила? Абсолютно не оставляет кусочков, не слепляет ресницы. Это, мне кажется, видно очень здорово, и я крашу второй слой. Итак, 2 слоя, уже заметные ресницы, но просится третий. И что мне нравится, ее легко наслаивать, эту тушь. Кстати, обращаю внимание, что при покупке двух тушей в каталоге номер 9 цена получается выгоднее, по 199 рублей будет каждая тушь. Итак, третий слой. Сделала 3 слоя туши, я думаю, достаточно, чтобы увидеть эффект. Ну что, рассказывайте мне, как впечатление. Я думаю, вам всем хорошо видно. Получились такие хорошо разделенные. Вот я смотрю в большое зеркало. Не очень яркие, потому что цвет коричневый. А, кстати, многим блондинкам именно и рекомендуется использовать коричневые оттенки туши. Рыженьким, блондинкам и девушкам с такими медовыми волосами, как у меня.
это будет красивый летний такой нежный макияж, мне нравится, тушь понравилась, кисточка понравилась, потому что для меня очень важно, принципиально важно, чтобы кисточка справилась с своими ресничками. Если вы заметили, они немножечко капризные, разные длины, какие-то длиннее, какие-то короче. И есть туши, которые делают, например, объем, но короткие ресницы просто торчат отдельно от длинных, и это выглядит некрасиво. Здесь же я вижу, что у меня достаточно аккуратно лежат реснички, нет таких, которые выбились из общего веера, а эффект очень даже приятный. Поэтому, девчонки, можете смело пробовать эту тушь, рекомендуйте ее другим и заказывайте себе оттенки разные. Можно взять коричневую и черную, или синюю и коричневую, или две одинаковых себе и подружке. А я вас благодарю за внимание, желаю вам хлопать ресничками и взлетать, чтобы лето прошло чудесно, на позитивной волне и самыми яркими красками. До новых встреч, пока-пока.